Сочинский государственный университет сегодня принимал гостей на научно-практические конференции. Их в ВУЗе сегодня открылось сразу три. Прибыли лучшие умы страны и мира. Обсудить научные исследования в сфере туризма и спортивного менеджмента, а также поговорить об олимпийском наследии съехались более 200 участников, в том числе специалисты из Франции, Германии, Канады и Нидерландов. Считаю, это, конечно, великолепная возможность изучать английский язык, общаться вот на международном уровне, который мы предоставляем для наших студентов и магистрантов. Все события, которые сейчас происходят, я считаю, они очень важны для университета, они важны для города, потому что это наше движение вперед. Профессор университета Савуа Монблан, что во Франции, Эрик Брюна до начала конференции провел несколько лекций для студентов СГУ. Говорили о том, как повлияла прошедшая Олимпиада на развитие экономики города, региона и страны. Мы постоянно анализируем социальные, экономические, инфраструктурные изменения на таких территориях. Этот международный сравнительный опыт очень важен для того, чтобы были какие-то инструменты, которыми можно измерить это экономическое влияние. Международные конференции, которые обобщают исследования в туризме, спортивном менеджменте, проведении крупных мероприятий, СГУ принимают уже больше 7 лет. А вот Всероссийскую студенческую по развитию молодежного и спортивно-оздоровительного туризма впервые. Студенты, в том числе из других стран, готовы предложить интересные идеи для сочинской молодежи. Я представляю как бы Германию, и так как я учусь здесь по обмену, у нас популярен туризм как бэкпэк, то есть у нас любят молодежь ездить просто с рюкзаком, не планировать ничего, взять большой рюкзак и поехать отдыхать. Конференции в Сочинском госуниверситете пройдут до 20 мая. Кстати, в их работе принимают участие и члены Вольного экономического общества России. Уже принято решение на базе СГУ открыть сочинское отделение этого объединения с 250-летней историей. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.